Сейчас послушаем твой трек. Ну что ты сейчас, я мне не хочется. На своих экранах вы видите, как Димаш и Денис Тен трудятся над совместной песней, которая так и не вышла, ведь, как мы с вами знаем, Денис погиб от рук бандитов. Какую прекрасную композицию мы упустили. Немногие знают, что помимо того, что Денис являлся фигуристом и призером многих международных наград, он также делал музыку и писал текста к ним, но свою музыкальную карьеру он так и не начал. Судьба сложилась иначе. Я просто еду там, свет вдыхает, фокус на двух людей. Красавчик. Кайф, да? Кайфово. Вокал это как и в спорте. Ой, вокал это вообще такая тонкая грань, мне кажется. Да. Свой голос. Да. Ну, блин, это так офигенно, что ты можешь им управлять круто. Я иногда бывает... У меня много песен, которые я напишу, но я не могу их спеть. Ну, в смысле, я уже потом начал. Я такой, о, классно. Ну, в смысле, когда ты напеваешь, это одно. А когда ты уже хочешь исполнить, потому что когда ты, ну, ты вот, когда ты начинаешь что-то записывать, ты уже понимаешь, а, вот здесь чуть-чуть надо добавить, там, динамику, а здесь хочется, чтобы вот так было, а здесь вот... Даже вот эта песня для меня сложная, то есть там... То есть мне, я, ну, мне очень сложно, очень чётко. Ты уже мелодию запомнил, Даша. Денис Тен остается в истории казахского спорта как самый титулованный фигурист страны. Его карьера развивалась очень стремительно, и никто не ожидал, что Денис покинет нас в столь молодом возрасте. Я уверен, что благодаря своему спортивному настрою и характеру он 100% добился бы больших высот и в музыке. Ведь такие люди всегда побеждают на любом поприще. Интересно было бы послушать песню целиком Димаша и Дениса, но, видимо, нам не суждено это услышать. Возможно, Димаш захочет записать песню о своем друге и выложить ее, если Денис успел записать свой голос. Если же нет, то пусть это видео останется как напоминание о светлом и добром человеке. Примерно. Обработка хорошая здесь. Так, что, да, в этом такое помещение такое. Я хотела как будто что-то между телефоном и вакуумом. Mm-hmm. Ну, типа, ты... Да. Потому что это у меня идея была, что он как будто это в его мыслях, что он такой закрылся, такой. То есть вот такая идея. И там в программе тоже я там пиздикаюсь, как будто я мучаюсь, типа вот иллюзии. Ну, такая идея. Здесь получается все графика, то есть когда идут выступления, можно прям адаптировать все под программу. Я вот хочу сейчас делать концепт. Моя программа будет начинаться с видео. То есть сам сюжет он будет сначала в виде видео, и потом видео, как бы, есть такой транзишн, переход, когда оно заканчивается, и действие продолжается на льду, почти как театр. Ну вот. Ну, в общем, и вот использую вообще всю вот эту графику, не знаю, насколько это получится. Вот. Ну и попробовать вот свою песню. Здесь еще бэнд-тоут, мне кажется, будет, да? У нас будет этот оркестр. Покойся с миром, мой друг. 5 лет без тебя. Мы никогда не забудем, что ты сделал для нашей страны. Такой текст написал Димаш под своим постом в социальной сети. 5 лет назад убили знаменитого казахского фигуриста, олимпийского чемпиона Дениса Тена. Денис и Димаш были близкими друзьями, и все поклонники Димаша давно знают об этом. Мы все помним, как Димаш не скрывал свои эмоции на своем сольном концерте в Лондоне, когда исполнял песню «SOS» в память о своем ушедшем друге. Димашу было очень сложно справиться со своими эмоциями, но он допел песню до конца и покинул сцену на какое-то время. Странно, симфонический. Сочек, блин. Ну, приходи, если этот, даже если там не получается, там, семью приводи. П-
пусть посмотрят. Но мы снимать будем, поэтому это будет в эфире. Не, весь июнь, вообще весь июнь я буду этот, в Китае. В Китае, да? Да. Вообще, пускай мы вообще. Плохой танцор. Денис Тен был убит в возрасте 25 лет 19 июля 2018 года на парковке в Алмате от ножевого ранения. Эта смерть в тот день повергла в шок весь Казахстан. Денис был очень добрым спортсменом и, в отличие от своих многих коллег, дружил со всеми и никогда не был замешан в каких-то скандалах. Поэтому его любили все и называли «золотым мальчиком». Денис был самым титулованным фигуристом в своей стране и принес бы еще огромное количество наград. Но, к сожалению, все это оборвалось в один миг. Так что же произошло в тот день в Казахстане? Почему выбор убийцы пал именно на Дениса? Трагедия с фигуристом произошла прямо среди белого дня в Алмате. На несколько дней Денис прилетел на родину, но, к сожалению, эта поездка оказалась для него последней. Денис находился в местном ресторане, после которого вышел на улицу и заметил очень странную картину. Двое незнакомых мужчин пытались снять зеркала заднего вида с его автомобиля. Естественно, молодой человек храбро откликнул злоумышленников. Они побежали, и спортсмен начал их догонять. После того, как Тен настиг воров, между ними завязалась драка, в результате которой олимпийский чемпион получил 2 ножевых ранения в ногу. Один удар пришелся в бедренную артерию, из-за чего Денис потерял 3 литра крови и уже позже скончался в больнице. Это вообще такая тонкая грань, мне кажется. Да. Свой голос. Да. Друзья, наш канал сейчас проходит непростой период, и нам очень нужна ваша помощь. Вы можете помочь нам финансово любой суммой. Ссылка на донат и реквизиты карты будут в описании под этим видео. Спасибо вам большое за то, что помогаете нашему каналу оставаться на плаву. Счастья вам и мирного неба над головой.